Все равно от дня рождения осталось несколько часов. И опять наступят будни. Это же моя вечеринка. Почему я должен сам все делать? Вечеринка? На печке еще 6:30. Вечеринка с духами. А я бы с удовольствием просто кино посмотрел. Зачем нужны вечеринки, если их нужно планировать? Это уже какая-то работа. Ладно, кто-то сейчас еще подсянется, как не бывает никаких приключений. Ты что-то вдвоем это не вечеринка. Плюс призрак. Сидит телек смотрит. Блин, да ну нафиг, это жидко. Где? А сразу двоих-то я, наверное, не убью. Давай. А, блин. Да ну нафиг тебя. Охренеть. Нас тут нету. Демон. Он еще красные следы такие оставляет. Она спит с открытыми глазами. Может, он ее убил? Мысль ее послушать нельзя. И его тоже. Чуть-чуть, по-моему, книгу даже вверх ногами читает. Ну да ладно, следуем дальше этот дом. Черт, зачем ты это сделал, парень? Голоса. Все эти проклятые голоса. Мне было одиноко и страшно. Хотелось, чтобы они умолкли. Почему ты не обратился за помощью? К врачу, другу или еще кому-нибудь? Никто меня не слушал. Никто не воспринимал всерьез. У меня не было выбора. Они так кричали. Но сейчас все тихо. Все тихо. Все тихо. Ничего, парень. Жаль, что так вышло. Да, на самом деле. Жутко это место, он был прав. Ёлкин. Радиоприемник закинул. Это тишина. Ну давай. А, блин, ты ж беги. А? Чё ж он так? Да ну нафиг тебя, демон. Матрешки. Да как он нас видит? Два места так, блин, убил. А, я успел нормально. Опаньки. Хрен.
Охренеть. Мужик, буди жену. Спаситесь от дела. Он в наглую просто сюда идет. Вроде и призрак, вроде бессмертный, но что-то жутковато. Вечеринка, привет. Опаньки! И нет демона. Что же раньше такое он взял? Отлично. Так, народ, к месту преступления не подходим. Что здесь произошло? Как раз это мы сейчас выясняем. Парня выкинули из окна. Идет следствие. Выкинули из окна? А кто? Да, кто? Так, сказано же, идет следствие. А в доме не опасно? Да, а не опасно? Преступника там точно нет. Нет, преступника пока не поймали. Повторяется. Но они абсолютно уверены, что здесь его нет. Так, Морган. Висельник, привет. Люди волнуются, нет ли тут убийцы. Да тут это призраков нормально. Полный дом. Мэм, нет, полиция Салема во всем разберется. Не волнуйтесь. Но почему я не могу придумать интересный вопрос? Спроси, кто меня убил. Да, откуда знаешь? На самом деле, они ни в чем не уверены. Можно я пару дней пожить? Почему парень не отвечает Джилл? Она хорошие вопросы задает. Кто из вас Джилл? Ну, наверное, с телефоном, который. Обязательно нужно будет уходить вместе с ними. Не хочу сейчас одна выходить на улицу. Ну и правильно делаешь. Там на втором этаже много демонов. Боже, почему они все скрывают? Чего не бояться? Что мы испугаемся убийцы? Но я и так уже боюсь. Так, а в попу нельзя? Можно. И чего всех интересуют жуткие подробности? Это не вечеринка. Это расследование убийства. Просто расскажи им, что произошло. Скоро и так все будет известно. Скотт хоть немного расслабится. На... Духи какие-то. Души мертвых. Миллионы просто людей здесь погибло. Эй, Бройлс, видел девочку, что тут живет? Как объявится, сообщишь мне. Усек? Пропавшая девочка на вылет. Это пушка мамин подарок. Там же внизу ствол был. Зачем убийца вообще сюда явился? Что я упустил? А, там запасной ствол был, с которого нас убили. А здесь, значит, основное оружие. Рез, привет. Стрим сегодня будет. Полное прохождение. Отдельно для ребят, которые уже поддержали, скажем так, канал. Какие-то руки непонятные. Зачем сюда приходил убийца? Ух ты, улик сколько. Офигеть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вверху, по идее, две улики сопоставить, и уже он найдет ответ. Лучше, конечно, все улики сейчас попробовать найти.
Девушку убила парочка. Так, нет, это все. Это старое загадочное убийство. О, подарок мамы. У меня было две пушки, а я не справился с одним убийцей. Вот черт. Бакстер спрашивал про одного из пропавших жильцов. Нет, Keep It Simple, не смотрел. Я даже не знаю, что это такое. Про что ты написал? Давай посмотрим здесь, в ванной. Правый триггер обнаружится. Опаньки. А почему я раньше так не мог собирать вещи? До полной картины событий. Потихонечку уже новые какие-то способности появляются. Ну-ка, ну-ка. Вы способны обнаружить ментальные следы. Вот я это и заметил. Анализировать. Целеустремлен, сражается, ищет. Случайно. Ну, ищет, наверное, раз в шкаф заглянул. Нет? Почему уходит красным горит? Целеустремленный ищет. Так, отлично, убийца в поисках. Звонарь что-то искал или кого-то. Что же он хотел найти? Звонарь. Что же ты хотел найти такой? Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Да найдутся. Если они еще живы, действительно. Неизвестно, чем все это закончится. Убийца остается загадкой для полиции и угрозой моей семье. Если бы только я могла уберечь Джоли, я бы пошла ради этого на что угодно, даже на полный разрыв отношений. Только бы это ее спасло. Забота о безопасности Джоли. Безопасность Джоли. Что больше всего заботит ее мать. Зачем сюда? Что-то непонятно, какая-то вот вырезка. Это паспорт или что-то такое? Разбит. Логично. Окно, из которого меня выбросил убийца. Ну, опаньки. А ты кто такая? Что делает девушка? Напугана, вмешивается, сражается, игнорирует, уверенно, прячется. Наблюдает. Напугана. И прячется. И наблюдает. Свидетельница видела, как я дрался с убийцей. Что она заметила? Наверное, как раз одна из жительниц этой квартиры. Вызов видения? Что это значит? А, еще разок посмотреть. Так, 4 улики из 14 я нашел, обалдеть. 14. Где я им 14? Там, конечно, 2 можно сопоставить, чтобы дальше пройти. Но... выйти? Зачем? Давай посмотрим. Сначала нужно закончить расследование здесь. Окей. Классно, еще музычка подобрана.
Мне чем-то отчасти вот Фаренгейт напоминает, конечно, без интерактивчика пока что. Но прикольно. Тут места-то нету, где? Где 14? Убить я вам пойду. Так, отлично. Еще какая-то здесь. Опять до полной картины событий. Котельни, понятно, что. Так, а как мне восстановить вот эти события? Наверное, никак. Родителями Рона. Правило именно жених или невеста волнуется перед встречей с родителями своего избранника. Избранница она хотела с ними познакомиться. Родители Рона явно чувствовали некую неловкость. Его отец больше молчал, словно пытался скрыть свою грубость. На самом деле милый, а милый настоящий неграненый алмаз. Такая добрая душа, надеюсь, они понимают, какие их обожают. Ну, это, наверное, жена его. Записки, подписки его погибшей жены. Что они, правда, в этой квартире делают? Ёлки-палки, где здесь 10 тюлип? На столе книжка подсвечивалась? Здесь паспорт. А, вот. Смотреть детально. Фостер Кассандра Фостера. Запрос данных на пропавшего. Та самая Кассандра Фостер, который иногда оставлял психологические портреты преступников. Ничего себе. Пропавшая Кассандра Фостер. Не идем. Консультировала сотрудников полиции. Да, неудивительно, что она в таком здании жила. Отлично, 5 из 14. Вот здесь я какой-то паспорт какой-то, или что это такое, книжка какая-то. Исследовала уже. Вот еще 9 лет. Повреждение. Здорово, он меня швырнул. Силы ему не занимать. Так, отлично. Мясо на стене. Возле девочки книга на столе. Пойдем посмотрим. Так, где у нас девочка спряталась? Столе. Нет здесь ничего. Она на нее смотрит. Так, отлично. Сверхъестественно. Новая улика. Книга о призраках и других мирах. Что-то подозрительное. Старуха здесь жила.
Ну как старуха? Мизил вот этот Фостер. Так, 7 из 14 собрали. Что-то где-то еще должна быть. Так, снизу вижу. Следы борьбы. Моя встреча с убийцей обернулась фатальной схваткой. Так, пистолет осмотрел. Как-то хреново здесь копы работают. Мало слишком улик, а не пометил. Ребята здесь сидят сыны. Давайте, ребят, подсказывайте. Что здесь еще? Еще 6 улик должно быть. Тут прям надо внимательно так смотреть. На самом деле прикольно то, что не подсказывается, не подсвечивается ничего. То есть интересно там все исследовать. Никакой там мини-карты, не знаю, только. Надеюсь, через полчаса я буду того же мнения. Но если ничего за полчаса не найду. Что здесь черт? На стене ничего нет. Гитара — это не улика. Малышка, ну же, скажи. Прикольно еще, когда через людей проходишь, у меня геймпад вибрирует. Специфические ощущения. Около разбитого окна. Рез, пойдем посмотрим. Ну вот здесь я смотрел. Вмятину. Само разбитое окно, он просто сказал, что типа оттуда его скинули. Ну, вроде ничего здесь больше нет. Подскажи, нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Может, сверху что-то? Так, допустим, я ворвался в дверь за ним. Сразу первое, что в глаза бросается. Пистолет. Смотрели следы борьбы, девчонка. В комнате здесь я уже все обыскал. В шкафу, куда убийца смотрит? Давай глянем. Тут кроме щитка ничего нету. Так, нашел еще одну улику. Психологические портреты детей. Делаю ясно, что дело темное. Желез работает с детьми, это похоже на психологический портрет. Типа картинки всякие, что вы видите на этой картинке? Я вижу паучка.
который ест кирпичи. Так, сумка, отлично. Упакована или не распакована? Они собирались уехать, почему же все это бросили? Демоны их съели нам. Четыре улики осталось. Четыре улики. Ника, привет. Что это, ваза с прахом? Наизусть эту квартиру будем скоро знать. Так, ну тут явно больше ничего нет в этой комнате. Может, через стенку не проходит? По поводу ограничения кадров в секунду, Ника, это правда. Вертикальную синхронизацию отключаешь, и у тебя все нормально становится. Но в роликах все равно 30 кадров в секунду ограничения. Чтобы в игре у тебя такого не было, просто вертикальную синхронизацию отключи, и будет у тебя так. У меня 100 с чем-то кадров выдает секунду. Серега, привет. Название стрима есть. Название игры. Давайте, ребята, общими силами. 4 улики еще нужно. Где, может, ванна? Я плохо посмотрю. За дверью, да? Но в ванной не, ничего нет. Фу, так, в этой комнате с девчонкой все, вот просто по правой стенке буду идти. Все, что мой взгляд попадет, то и буду исследовать. Это как в лабиринтах, все время по правой стеночке нужно идти, и тогда найдете выход. Ой, Серега, на Харадрике я давно описание стрима не менял уже. Основные каналы это на Твиче и на Кугей. Ну же, детектив, где твое чутье? Что же я еще упустил? Четыре штуки, ребят, не одна, а четыре. Ладно бы одну где-то пропустил. Но четыре, возможно, какая-то комната просто. Потайная здесь, не знаю. Как вам такой расклад? Где же еще 4 улики-то? Офигеть. Вот, что это? Бррррр. Да ну нафиг, что так запутано все. Вроде все обошел по кругу, значит где-то в центре. Что-то я упустил. Ёлки-палки. Стоп.
Но у меня здесь все открыты. Тут как бы все, а почему написано 10 из 14 улик? То есть, когда нажимаю Y, открыто все. То есть, нужно сопоставить. Зачем сюда приходил убийца? Две улики сопоставим, и как бы пойдет дальше по сюжету. Я понял. Но почему написано 10 из 14? Либо неправильный перевод, либо... Что-то здесь еще спрятано. Фотография в комнате с девчонкой. Так, давай посмотрим. Не забываем, где у нас девчонка прячется. Фотография. Ня! Фотографии не подсвечиваются. Попробуй выйти теперь, наконец. В окно ты видишь? Нет, нельзя. Хотелось бы все улики найти. На мышке нельзя управлять. Я бы на мышке быстрее нашел. Там осматривается поудобнее. Ну, я думаю, здесь все, нужно уже сопоставлять улики. Честно, не знаю, где эти. Еще 4 штуки. Может быть, дальше они как-то откроются, после того, как мы здесь поставим? Джойн, привет. Ну, давайте, ребят, сопоставлять улики. Зачем сюда приходил убийца? Что такое? Следы борьбы, упакованный багаж, свидетель в бегах. Ну, девчонку, наверное, не видел. Книга о призраках. Странные наброски. Может быть, он был клиентом этой бабульки-то. Книга о призраках и других мирах. Ну, вряд ли он за книгой, не знаю, приходил. Жилец работает здесь, мы это похоже на психологические портреты. Тоже фиг его знает. Так, ну багаж, наверное. Нет, нет, не багаж. Ух ты, а у меня всего лишь 3 варианта. То есть я 3 раза могу ошибиться. Чё, потом проигрыш будет? Чёрт. Запрос от данных пропавшего. Может быть. Кассандра Фостер Медиум. Наверное, из-за неё приходил? Ты чё ж? Блин, ну девчонка остается тогда. Ну непонятно, нашел или не нашел, наверное, нет, раз он выкинул нас в окно, потом вышел, пристрелил нас. Все время был один. Ну, логично, девчонка. Но последний вариант есть как бы тут. О, отлично, свидетель бега. Значит, за девчонкой он приходил. Пистолет это все наше, это нафиг. Следы борьбы тоже нет. То есть два варианта есть. А, точно, вот и в поисках выбираем. Свидетель в бегах, убийца в поисках. Логично. О! Ты
Повернулся. Ты арестован. Охренеть. Откинул. Малышка через окно вышла. Так вот, чему я помешал. Ему нужна была девочка. Куда она делась? Главный вопрос, ему нужна была девочка, куда она делась? А то, что его здесь по стенкам кидало, требует ответов на множество вопросов. Продолжится. А, ну вот, отлично, ребят, 11 улик нам засчитали. Куда делась девочка? Убийца искал эту девочку. И как раз вот три улики еще найти нужно. То есть вопрос, откуда у него такая сила, нашего детектива не волнует, я так понимаю. Так, идем за девчонкой в окно, где она там вылазила. Нельзя. Но до этого можно было нажать, там было все улики нужно найти. Куда делась девочка? Куда делась девочка? Бежала через окно. Влияние. Что подтолкнет его вытащить фото из-под папки? Вероятная цель. Девчонка свидетель в бегах. Ну, тут один вариант. Вероятная цель. Нет? Блин, нет. У него нет нужной улики, чтобы ответить на этот вопрос. Блин, два раза еще два варианта. Пропавшая девочка, разговор там, парни. Еще одна улика не открыта у нас. Убийца в поисках, это не то, не то, не то. Странные наброски тоже как бы для детей. Там. Туда-сюда, вот разговор можно. Да ешь, фу, почему нет? Один вариант ответа. Давайте пару минуток, ребят, передохнем. Вот какой-то из этих один вариант ответа. Но детские рисунки нет. Запрос данных на пропавшего. Ну, там про психолога этого. Все остальные, видать, не подходят. Небольшой перерывчик.
Продолжаем, ребят. С другой стороны, на папку нажать. Окей, давай, а то у нас здесь один вариант остался. Два раза ошибся. Так, вижу, окей. Двенадцатую улику нашли. Загадочное фото. Так, это похоже свидетельница. На что тут еще важно? Отлично. Отлично, отлично. Фото потребуется Рексу для розыска. Фото девочки. Еще одна фотосвидетельница. А, ну вот как раз мы то, что посмотрели. 13. И последняя улика осталась. Документы мы эти читаем. Вы способны чувствовать ментальную энергию некоторых объектов. Резкий звук обозначает концентрацию такой энергии. Ментальная энергия. Почему звуков никаких нет? Фотографии девочки сделаны ею самой в этой квартире. Нет. Вариант неправильный. Как графика оптимизации? Оптимизация средненькая, графика симпатичная. Но здесь не в графике дело. Здесь для меня лично, по крайней мере, интересно сейчас играть. Интересно, почему его убили. Классно поставлен сюжет. Озвучка вообще на высоте. В целом, впечатление очень и очень положительное пока в этой игрухе. Священник, мать. Фотографии девочки и женщины, скорее всего, родственницы. Ну-ка. Да ладно, что ж такое-то? А при чем здесь священник? То есть не девочка с матерью, и последний вариант остался, других нет. Не зря звук колоколов-то. Ну, блин, не на этих тоже фото. Фотографии девочки и священника на фоне местной церкви. Что же они все лысые здесь, злодеи? Окей. Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь должна помогать. Ну а вот в чем дело. В церковь сбежала девчонка. Находится в церкви неподалеку. Все, 14 из 14 улик найдено. На выход. Странно, через окно же можно было что-то так. А, вывез. Выбросил из окна. Расстрелял прямо на улице и даже не проверил, есть ли свидетели. Как будто тебя не достать. Зацепка одна. Девочка. Ее надо найти. Выйти на след убийцы. Выполнено. Нужно найти эту девочку, свидетелей, и выяснить, что ей известно. Ну да, она же видела, как нас здесь по стенкам бросает. А вот и церковь. Ну ты же призрак, прыгай. Теперь падение фигня. Но высоты все равно боюсь. Оп. По красотке. Должен ее найти, думаю, она в той церкви. Начать расследование. Проникнуть в церковь. Что за символы такие непонятные на земле?
взглянуть на свою жизнь. Да ладно, здесь твоя жена погибла. День, когда все потеряло смысл. Навсегда не получилось. Мне до сих пор жутко об этом вспоминать, я практически сразу будто выпрыгиваю из тела и вижу себя со стороны. Она попыталась разнять двух незнакомых мужчин на улице, один из них в ответ ударил ее ножом. Просто так, она умерла, потому что хотела помочь людям. А убийца скрылся, если бы я подоспел хоть на минуту раньше, моя жизнь была бы совсем иной, все было бы лучше. И она была бы жива. Печальная история, убили его жену, просто ни за что. Татушка его навсегда не спасла. Грустно. Ведь правда, Бакстер его ненавидел? По-моему, это было взаимно. Ронан был мужик резкий, но Бакстер тоже не из обаяшек. Да, но ты что, хочешь сказать, ну что, он своего же убил? Это как-то уж... С этой работы я каждый день убеждаюсь. Люди способны на все. Да я вот тоже лысого заподозрил. Есть подозрение, что Бакстер мог из ненависти убить Ронана. Не нравится мне этот лысый ребят. Что-то... Ну и вроде физического телосложения у него тоже довольно-таки неплохое. Может, он нас и завалил. Пока что непонятно, что вот эти за здания такие ментальные. Пережитки прошлого. Корабль. Укрыться? А зачем? Где-то демона? А, чтобы пройти. Понял. Потому что я эту фоточку заметил. Фото семьи Содерберга. У нее был такой потенциал. Это событие — страшный удар, особенно сейчас. Ее приняли в Смитовский колледж, она уже должна была туда поехать. А почему парень в маске убийцы нарисован? Фото семьи Содерберг. Может быть, убийца брат той девчонки? Чё там? Пока непонятно. Наверное, все должны быть. Подсказочки найти. Я бы сразу же обвинила своего босса в колдовстве. Вот если бы призраки действительно существовали. Да они тут повсюду. Жалко, ты их не видишь. Целый прям призрачный город. Город-призрак. Где я? Так не должно быть. Я даже не знаю, как сюда попал. Я просто хочу домой. Свидетель видел глаза, а моему убийце 439. Только мельком видел лицо подозреваемого, однако, похоже, это белый голубоглазый мужчина. Ух ты, глаза разглядел нормально. Послушай, не знаю, могу ли я что-нибудь сделать, но... Похоже, тебе нужна помощь. Я не знаю, как здесь очутилась и что это за место. Не помню, что со мной случилось. Почему я такая? Извини, малышка. Малышка? Ну, если ты здесь,
значит, ты умерла. Я так и знала. Слушай, у меня та же ситуация. Раньше я был детективом. Давай я осмотрюсь. Попробую найти то, что поможет тебе во всем разобраться. Я не знаю, с чего тут можно начать. Ты что-нибудь помнишь? Любую мелочь. Бывает, помогают даже пустяковые детали. Я помню, было много людей и шлюпку. Все напуганы, а перед глазами название «Монагансет». Уже кое-что. Поработаю с этим. «Монагансет»? Похоже, она мало что помнит. Интересно, что такое «Монагансет». Ну вот, я пока тоже не знаю, как умерла женщина на берегу. Сейчас разберемся. Свечи. За годы здесь скопилось множество свечей, большинство похоже на церковные. Какие кладбища. Похоже, какой-то мемориал. Тут должно быть множество свидетельств того события. Найду другие вещи, все пойму. Похоже на какое-то кораблекрушение. Девчонка здесь, малышка, погибла. Наверное, ее судно было. Табличка «История пиратства». Отсюда видна любимая бухта каперов, действующих в этих водах во время войны за независимость с негласного разрешения континентального флота. В Сальме стояло много быстрых, хорошо вооруженных кораблей, которые нападали на суда Королевского флота Великобритании, пытавшиеся заблокировать гавань Бостона. Окей, но это была, я так понял, не улика, потому что мы вышли из зоны уже. Да, в пределах этой девчонки нужно искать. А вот и некролог. Шлюпка перевернулась и затонула. Труп так и не нашли. Что она делала в шлюпке? Что она делала в шлюпке? Так, опять мы за пределами шли. Выживших после крушения Монаханса. Это шлюпка, его корабль так назывался, что ли? Монагансет. Еще одна улика где-то. Записка. Нам будет тебя не хватать. Ты настоящий герой. Настоящий герой. Похоже, многие обязаны ей жизнью. Окей, найти ответ. Как умерла женщина?